В Жамбылской области задержали целую ОПГ наркодельцов, которые масштабно заготавливали и развозили марихуану по всему Казахстану. Коробки с наркотиком они прятали в огромной фуре среди строительных материалов и так доставляли товар до адресата. Последний рейс Алматы-Актобе для наркогруппы закончился в Туркестанской области. Там полиция задержала 33-летнего водителя и двух его подельников. Тару с травой мужчины искусно прятали между коробками со строительными и лакокрасочными материалами. Оперативникам пришлось постараться, чтобы найти наркотики в Большегрузии. Выяснилось, основная отправочная база у ОПГ находилась всего в 15 километрах от Тараза. Одновременно произведены задержания еще троих лиц в Байзанском районе Жамбылской области, где при обысковых мероприятиях по месту проживания, у которых обнаружено изъято 9 мешков наркотических веществ, марихуана и гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составил 140 килограммов, что является особо крупным размером. В отношении преступной группы начаты досудебные расследования.